Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Молодежи, праздником юности, добра, планов на будущее. Это праздник, который отмечают только молодые люди. Желаю вам, чтобы вы, используя опыт старшего поколения, решили те задачи, которые станут перед вами совсем в скором времени. Ведь именно вы примете на себя всю ответственность за развитие нашей малой Родины, ответственность за материальное состояние своих семей, тех, кто создаст свои семьи. Я уверен, что в этом году таких людей будет много в Горшечинском районе. Мы гордимся своей молодежью. У нас много талантливых людей, которые занимаются в различных сферах жизни, работают учителями, врачами, рабочими, крестьянами, занимаются спортом. Это поистине гордость нашего района. Я желаю, чтобы все, что вы задумали, все, что вы планируете, сбылось в ваших семьях, у вас самих и на нашей родной для нас Горшечинской земле. Поздравляю вас с замечательным праздником лета, Днем Молодежи!